Всем привет! Вы на канале Silly Play! Это Попни! Сегодня у нас будет, как вы поняли, обзор вот на такие вот игрушки антистрессы Pop It. Пока. Кстати, кто-то из вас скажет, что это игрушка для детей, но нет. В Америке их выпускают, например, как игрушка для всех возрастов, даже для стариков. Поэтому, если у вас стресс, смело берите пупырку и пупыркайте. Пока Миланя объясняет, что такое поп-ит, что делаю я? Ребята, а теперь наслаждайтесь. Так можно делать бесконечно. Ну что, давай покажем ребятам, что можно, кроме тыканья, еще сделать с поп-итом. Ну что, сейчас мы покажем, что делать можно с поп-итами. Но перед этим давай попьем чайку и немножко расслабимся. Чайку? Конечно, чай любят все. Горячий! Сейчас мы это исправим. Хорошо, и как ты это исправишь? И при чем тут поп-ит? А вот при чем. Я подготовилась. Ого! Во, вот это вот я возьму себе. Вау, вот это ты круто придумала. Он такой приятный стал. Что ж, чувство, что в нем еще одна льдинка. Вот вы можете залить поп-ит водой, и у вас получится шикарная формочка для льда. Такой вкусный чай. Но мне бы хотелось чего-нибудь сладенького. Ну, как бы, извини, но у меня только лед. А я тоже подготовилась. Что ты подготовила? Абракадабра! Швабра! Угадай, что? Это конфетки? Какие конфетки? Это шоколад! Шоколда! Мини-чупик! Палочка осталась. Он так хрустит, как мороженое. Какая крутая штуковина. А если поп-итину бросить в чай? А гул пробовать? Гул. Это будет не очень вкусно. Ловись, рыбка, большая и маленькая. Вот такие вот обалденные попытики конфеточки. Просто растапливаете шоколад и заполняете формочки. Этот звук вызывания подписки на канал. Красная, красная кнопочка подписаться. Ты что стоишь? Быстро тыкай! Магдалина, а ты знаешь, что с помощью поп-ита можно концентрировать его внимание и не бездумно тыкать, а можно пупыркать через одну? Вот. А ну покажи! А это не так просто. Ну, если натыкаться, то это просто. А еще, чтобы было через одну, можно сделать вот так. Так, смотрим внимательно. Вот, смотрите, сделано, не сделано, сделано, не сделано, сделано, не сделано. А ну-ка, возьми, попробуй мою так сделать. На самом деле, в квадрате просто.
просто больше тыковок, и прежде 6, а у меня 28, и поэтому она не сможет так же делать. Вот хитрюга. Мы берем попыль, и получается пырк. Сквиши, симбал, димпл, поп, ит, поп. Сквиши, симбал, димпл, поп, ит, поп, ит. Антистресс новый появился. И попыркой зацепился. Хватит дурачиться, я игру придумала. Вообще-то я ее придумала. Так, и давай. Я придумала игру, давай я. Кто быстрее? Нет, папа пыркает. Ой, ну ладно, какую ты игру придумала, мелочь пузатая? Я для тебя приготовила сюрприз. Сейчас узнаешь. Называй число. 16. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 13, 14, 15, 16. Поздравляю, ты выиграла, под этим была конфетка. Какая? Они, по-моему, тут под теми были. Почему ты красная? Ты должна стать серой. Вы поняли, о чем я говорю? Также должна ваша кнопочка подписаться, стать серой. Сейчас кладем мой ММДМС. Загадывай число. Ну, давай 12. Тыкай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Она выиграла! Ребята, она выиграла! Он был на 12, и вот тут. Отдай, это мой приз. Давай теперь я тебе. А давай. Так, у меня для тебя есть новая игра. А какая? Загадывай число. 17. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 17. Так, что тебе? И открываем. Так, тебе попалась буковка М. Значит, ты будешь кушать ММДМС. Только одну кушай ММДМСинку. Так, теперь моя очередь. Я попробую число 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Что мне попалось? Соленые! А что у нас соленые? А соленые у нас вот что. Они такие приятные на вид, что я бы сама их попробовала. Но правила законные. Так давай скорее дальше! Давай. Давайте 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, и последнее у нас. Соленое! Это... Оператор, сухарики в студию. Число 5. 2, 4, 5. Кислые. Это кислые. А что у нас кислый оператор? О нет, я их пробовала когда-то. Они очень кислые. Ну, у нас же получше лимона, конечно. Ты тоже хочешь? Угу.
Давай, дыгай. Я тоже хочу загадать число 5. Не, не повторяемся. Так, подожди. Давай, 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 давай. Двенадцать. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12. Удивительно, как число 12 может попасть и на соленое, и на кислое. Потому что тогда я считала раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А тут я считала раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В общем, с другой стороны считала. Мне червяка. Не поймала. Ну, в общем, ребята, мы поняли смысл этой игры. Мы будем продолжать игру, а мы с вами прощаемся. Всем пока-пока! Пока-пока! Вы были на канале Сильви Плей. Давай, загадывай число. Считай.